В заключение нашей сегодняшней беседы мы решили неожиданно для Виктора пригласить его к нам на камеру. Вот видите, здесь он не знал, не в курсе, для него это сюрприз. И вот сейчас мы поговорим с вами, вы услышите, как говорится, его планы из первых уст. Витя, Витя, скажи, пожалуйста, нам расскажи, что ты хочешь делать в дальнейшем, кем ты хочешь быть, что ты хочешь в жизни добиться? Я хотел кем стать? Да, кем ты хочешь? Водителем или продавец. А почему? Водителем? Угу. Потому что я люблю что? Ехать. Вести как такси. Вести людей? Да. Ага. Которые куда-то опаздывают и куда-то спешат. Быстро ехать. Да, я люблю ехать быстро. Молодец. А продавец почему? Что ты Потому хочешь? Что я люблю набирать много денег. А зачем тебе деньги? Много. Потому что что-то могу купить. А что бы ты хотела купить? Что любишь покупать на много денег? Игрушки или мороженое, и сладости. Много хомяков ты не хочешь покупать, чтобы их изучать, много. Смотреть? Много? Да, хомяков или морских свинок. Могу. Ты их любишь? Да. Люблю морские свинки. Витя, скажи, пожалуйста, вот там нас смотрят сейчас люди, которые заходят к тебе на твой канал, посвященный животным. Вот, что ты хочешь им сказать? Пригласить их на свой канал. Расскажи, для чего ты придумал вот такой канал, такой вот... Расскажи. Что ты снимаешь? Что ты снимаешь, и зачем? Что ты рассказываешь людям? Сейчас на канале на своем, канале что выкладываешь? Про что? Про часы и про рыбок. Это последнее, наверное, еще никто не видел, да? Да. А то, что было раньше, то, что вот люди видят, заходят на твой канал. Про кого там? Про мальчика или девочка. Это одно, нет, вообще про остальное. Про хомяков. И что ты про них рассказываешь? Как его дела? Как они живут? И как надо ухаживать. Чтобы все знали, как ухаживать за домашними животными, да? Да, чтобы... Обучающие видео. Для детей буду делать. И для детей? Ты хочешь, чтобы другие дети тоже ухаживали за домом? Чтобы узнали. Знали. Чтобы так. Узнали, как ухаживать? Да. Вот она. А теперь пригласи вот... наших слушателей, те, кто смотрит наше с тобой интервью, нашу с тобой беседу, пригласи на свой канал. Подписывайтесь на мой канал и ставь лайк и пишите комментарий. Обязательно комментарий. Добрый без день. Дизлайк, без. Все. Без дизлайк. Витя немножко волнуется, ситуация для него необычная и неожиданная. То есть этот вопрос возник в процессе предыдущего интервью по поводу его будущего. Вот решили спросить его, что он думает на эту тему. Да, Витя? Теперь мы поблагодарим Витю. Витя, скажи всем до свидания. Всем до свидания. И всем пока-пока-пока. Да, и будьте здоровы. И будьте здоровым. И лечись. Меня. Как ты. Пока. До свидания.